О, господи, всем привет, дорогие зрители и подписчики, это War of Roses. Почему War of Roses? Да потому что нам нечего делать. Выход от War Z. Я не могу выбрать бойца, меня не пускают в игру, Димка. Также всем привет. Димка, поздоровайся, да. Выбрать команду. Давай за... Я не знаю, меня выбрало уже. Я за Йорков. Заходи за меня. Я не знаю, я отряд 2 в Йорках, Димка. Йорка? Йорка, я тоже Йорк. Давай отряд 2. Куда? Отряд 2, давай. Да, я уже там. У меня все синее. А у меня тоже. Слышишь, я какой-то жесткий. Чтобы возродиться, нажмите левую кнопку. О, боже мой! Мы а вот как так... бегать? Не знаю. Альт, это альт. Нет, не работает. Правая где? Кнопка закрываться щитом. Я не вижу тебя. Я вижу няна. Я... Арбалетом. Мы, короче, пошли куда-то. Я не умею бегать, короче, и а не, вот, я как-то побежал. Я не знаю как, но я побежал. Отлично. А как бегать быстро? Какой тебе ник? Я иду за Бэтменом. Бэтмен приведет меня к победе. Бегать как? Ой, нашел блин, шип. Боже, здесь лучник. Лучник, короче, давай, держи, прикрой меня. Я типа рубану. О боже мой, бочка. Он меня напали, Димка меня избивает. Думал, него... О боже, здесь драка, подожди. Здесь Говин. Боже мой, что-то происходит. Я бью стену, подожди. Я вот драка со стеной. Я не могу. Я только бью стену. Какой-то крутой тип, его все рубят и никто не может его убить. Я тоже драка. Боже мой, не бей меня. Дурак. Уйди. Как его убить? Я не могу... Слышишь, тут какая-то странная хрень происходит. Я тоже кого-то бью уже, не знаю, по-моему, терминатор какой-то. Вот это все и дело. Боже, меня целится. Уйди. Тихо. Здесь миллионы. Но у меня тоже атака совершена. Я не понимаю, что происходит. Да плееры! О, тип, какой-то тип. Неважно, он умер. Мне хочется убить. Уйди. Я типа... Какой-то урон 13 есть. Боже мой, меня пытаются убить. Там мне звонит телефон, мне ужасно все. Ты не профессионал, Димка. Все ужасно. Ты не профессионал. Все просто ужасно, проигрываю. Нет. На коне! Я коня вот... Я кого-то, я спасаю пацана. О боже мой, нет, я никого не спас. Все пропало. Мне Бэтмен помогает. Я меня убили. Я не могу, я не знаю, я... Мы убили кого-то. Я молю о пощаде. Так, ладно, я встаю. Я... Дурак. Супер, слушай. Можно выбирать точку респауна. Мне какой-то я, по-моему, кого-то убил. А шип надо зажимать, что он бежал? Он хочет бегать. Он, короче, разгоняется, понял? Возродился? Да, но я все еще никого не могу убить. О, можно на колесико отмотать. Дурак. От первого лица, как бы. Не? Это что, кидать там кинжал или что? Это просто махать кинжалом. Боже, мне ваундед. 8-7. Что мне делать? Какой у тебя ник? Не знаю, 5 секунд, я умираю, наверное. Боже, Бэтмен, спасибо. О, я нажал кнопку F, у меня он резко побежал. Все. Интересно, держи, дальше. Я что-то молюсь, я молюсь. Держи, меня не трогать. Так. Пацан сдается, я показываю ему, что я не принимаю пленных. О боже мой. И, честно говоря, я чувствую себя полным чайником сейчас. Там пощады все кричат, пощады мне. Он перевязывается, может помочь как-то ему можно? Я не знаю. На Е, надо на Е нажимать. Смотри, как добили. О, я вижу лучник. О, да! Вот это просто я тут ворвался в пацана. А где твои ХП, ты понял? Я не знаю. У меня драка лучника, я его просто режу. Ух ты, я кому-то на самом деле пробил там. Пацан с драгами. Я ничего не могу понять, если честно. О, у меня кто-то появился. Есть, просто. Боже мой, о боже мой, вот это... Что делать? Я не знаю, я зарезал парня и умер от сердечного приступа. Ты испугался. Я, короче, напал на лучника, он, правда, долг. Тупая палатка. Какие милые. Я сдаюсь, я же прошу прощаться. А как появиться на друзья? О, смотри, я добиваю, подожди. Я щитом по груди его ударил и убил. Там еще кнопка F. На F нажимаешь, он вперед. Не знаю. Братан, подними меня. И вперед потом очень долго восстанавливается. А наша у нас цель. Мне братаны помогают, подожди. Что мы должны сделать? Не знаю. Надо я убивать, по-моему, он
960 сейчас. Очевидно. Так, я помогу. Френдли пари есть? Нет, по-моему. Сейчас мы его с двух флангов. Парень просит пощады. Как прошу, пощады. Перевязаться, я не знаю, на Е, по-моему, надо. 1, 2, 3 еще есть. Там на 3 нож какой-то можно достать. Тут лучники, короче, врываются нормально. Мне понравилось. Когда... О, Дим, я помогу тебе! О боже, лучник! Да тебе в морду давай! Ну Коля, давай, давай стену бить. Пальцем. Откуда ты три? Это крутой какой-то. Я знаю, давай, ладно. Давай, сзади. Разводим. Разводим. Нашего. Нет, я перевяжу тебя, брат, лежи. Давай, 3 секунды у меня. Я пытаюсь. О боже, тебя убил, тебя. Нет, лежи, я вот здесь сделаю. О боже мой, я убегаю. Я перевернулся, пока полежу на спине. Они ушли, они тупые. Ой, нет, это трытый, короче, какой-то очень крутой. О боже мой, он меня щитом убил. А мне кого-то ударил щитом по горлу и умер из-за этого. Ну какой-то он прям, смотри, он в доспехах такой, с арбалетом, там, понял, жирный. Ну тащим команду, как я заметил, там жары. Ну если не мы, то кто? О, мы еще и выиграли. Вот это да, все, неплохо. Движение открытое, ёман. Я считаю, этого мало, мы должны играть так. Манкастеры, слушай, это же из Игры Престолов, не? Я не знаю. Помню, просто давно смотрел. Я не смотрел Игры Престолов. Мы неплохо сыграли, мы там... А на каком я месте? Очки. У меня должны быть мои очки. Я не последний. Захар Петрович был последним. А я где? Ты о, тоже. Не, я вижу, что ты в дне. А я себя не вижу, кстати. О, я вообще там нормально. А внизу у тебя сколько очков? Внизу справа. Внизу справа? Оранжевые такие. Я должен себя выбрать сначала. Я не могу найти себя больше. А вот, Шус. У меня очков. Одно убийство, 3 смерти. Две капитуляции. Не, оранжевыми там цифрами. 928 очков. Ого. Ну да. На 4 лови. Я там... О, в следующую битву надо нажать. Чем мы ждем? А 46 секунд еще. Ну да. Нет. Для союзников. Все начнется гораздо раньше. О, у меня открылся арбалетчик. О, у меня тоже. Давай за них типа. А не, у меня не открылся. Фаааа. Я буду арбалетчиком. Кроссбоумен. А ты второго уровня уже, что ли? Я не знаю. А, ну да. Но у меня же куча очков. Но я все еще не могу никого выбрать почему-то. А, 25 секунд. О, вот этот Food Knight, походу. Мы в прошлый раз дрались. Food Knight. Да, он крутой. Knight, это я сказал. На третьем уровне, на 14-м, кастом. Да. Вот это он, походу, жесткий парень. А потом кастомные классы. Какой сам заходишь, такой страшный. Кастом 4 вообще. Что у него зубами начали? Я не знаю. Он прорвался. Обучение офицеров, лучник, щитоносец. О, выбрать команду какую? Давай за Йорка. Не, давай Лакан. А, Йорки. Йорки, так Йорки. Давай четвертый отряд. А, четвертый отряд, я там. Возрождение. Возрождение. Тоже просто убивать? Kill the enemy! Так, подожди, где? Как стрелять? О, у меня этот. На единицу арбалет. Шус, подожди меня. Направо, посмотри. Там на коне чувак скачет сюда! Боже мой. Я уже сражаться. Что я должен сделать? Убить. Убей всех. О боже, что это было? Ох, я ему засадил на 55, слышишь? Я, по-моему, научился перезаряжать арбалет. Я меч научился перезаряжать. Ой, ему конец. На Монтабэй, похоже, чем то. Кого? Составляющая часть драки на Монтабэй. Тоже там мечи за Монтабэй. Да, типа того. О, мы его свалили, получали. Я своего попил. Там какой-то резкий парень вообще, так понос. Передо мной бегает какой-то лучник, смотрит на меня и мешает на цели. Понимаешь, что происходит? Мы сейчас пятером бьем одного, ему похер. Это нормально. Я попал. Что надо какой-то? Четыре бью. Какой забор? Нет, я тебя не потерял. На! Слышь, я хедшот поставил. Мне только что чувак заорал. Хедшот. О боже, на коне. Надо коня сбить сейчас. Дайте-ка. Дай конь. Да, это было жестко. Братан, стой, как тебя поднять, я не знаю, чувак. На Е, надо зажимать Е и держать. Я коня его, нет, он не пустит. Как в Left 4 Dead. Без коня, я украду коня.
Блин, как спасите я могу... меня, как мигать на себя, чтобы помогли. Попроси пас, как фифе. О боже мой. Блин, на меня он разогнался. Смурок, уйди от меня. Слышишь, я просто хэдшот держу, один за другим. Меня вдвоем бьют, так нечестно. Я понимаю, так бывает. Держись. Ты же Йорк. Да. Я Гудмен. Еще один. Все, я ушел за место, короче, меня не заметили, я своих побил. Я три выстрела в голову положил. Бам, что мне делать, Б? Меня подстрелили, Тимка, меня убивают. Я не знаю, где этот чувак. Я спрятался, я дерево. Опять бьет. О боже, ваунда. О боже мой, по мне какой-то лучник стреляет. Мы просто не тащим то, что... О, я попал, пацан. Давай, подтянем. О боже мой! Я умер. Ну я на третьем месте, слышишь? Да, я там с арбалетом убиваю людей. Я попросил пощады. Я кого-то поднял. А я прошу пощады. Смотришь, как за поднятие дали? Я считаю. Наклонюсь пока. Перезарядка арбалета... нет, только не ты, Верс, пожалуйста. Реализованный. Ой, не пошло. Молодец. Да вообще. На коне там. Как коня? Я ведь тоже хочу. Ты купи коня. Что не хочу, пацана? Железный, как человек. Как человек железный? Так, что-то у меня, короче, не пошло. На рука сама, по-моему, бегала, надо пересмотреть. А меня поднимают, меня пацаны поднимают, окей. Давайте, ребят, давайте, отлично. Ой, что ты творишь? О, я попал на 54. Там чувак с этим. Я только что хэдшот залепил пацану, и он еще шинял. Это был эпик. Короче, буду прокачиваться, что внимание. Блин, я, кстати, реально, интересно, сколько хп, где вообще можно посмотреть? Да вообще, почему я же это сделал как надо? Я там головошоты вешаю только так. Реально, один за другим, у меня только мужик орёт. Хэдшот. Да ладно. Мы же ведем. А, не, мы проигрываем реально. Этого я же не... Ай-яй-яй, вот это я помогу пацанам ножом, у меня есть нож. Ой, я его сейчас убью. Где он крикнул? У Димка, ты его просто покарал, я считаю. Ой, боже, я сейчас спасу кого-то. Прикрой меня, я перезаряжаю арбалет. Не могу, я поднимаю. Должен. Рейнки, пожалуйста. На. Ну что, на втором месте? The enemy has the upper hand! А, я не знаю, что происходит, но, по-моему, проигрывает. Я должен успеть. Последний выстрел! Мы проиграли. Но я был молодцом, по-моему. Ничего. По-моему, мне нужно меня сделать надо королем нашей нации. Смотри, сейчас кто в топе будет. Нет, не я. Но я... Нет, все-таки... О, я выше тебя. Как так? Как это получилось? А ну подожди, у меня 6 убийств, попаданий в голову 6, 2 смерти, а у тебя 0 убийств и 300... Я добрый просто, я никого не хочу убивать. Ты тупо нафидел. Следующая битва. Я говорил, что я в принципе, не хочу мне кажется, до первого взгляда игры этого достаточно, так что мы, наверное, с вами увидимся. Может быть, в следующем... О, лучник открылся. А может быть, и не увидимся. С вами были Шестрилы и Димка. Всего доброго, пока. Всем пока.